Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики. Мы с Артуром прилетели сегодня в Южно-Сахалинск, возвращаемся домой. Сидим вот в таком кафе, мы уже покушали, столы у нас пустые. Мы с ним поели вот такое кафе возле аэропорта Южно-Сахалинск. Кормят, кстати, очень вкусно, цены приемлемые, цены хорошие. Мы с ним сняли первое, второе, самсу с говядины, компотик. 4 кусочка хлеба, и за все отдали, ну, 1100 где-то, 1100 рублей на двоих, 500 рублей где-то с копейкой. Все очень вкусно, все по-домашнему, замечательное кафе возле аэропорта Южно-Сахалинск. Так, сейчас мы пойдем в аэропорт, будем досиживать свое время, и у нас следующий перелет, это Южно-Сахалинск, Хабаровск. Сегодня ночью будем дома. Так. Сейчас посмотрю, где у меня Артур. Здесь такие торшерчики. Вы помните эти вещи? Вот эти вещи помните? А вот у меня Артур вышел с уборной. Ну что, собираемся, идем в аэропорт. Вон еще санки на двери. Смотри, какая красота. Ну, вот. Так, ну ты Ой, посмотри там, как красиво. Подождите, ребята, мы еще не выходим. Единственная здесь вещь новенькая, это вот, вот комодик. Смотри, какой комодик, или как это назвать? Самовар. Замечательное кафе. Опа. И там, смотри, телевизор. Так, ладно, пойдем. Здесь работники аэропорта еще кушают. Ну, так, пойдем дальше. Ну, извините, уважаемые зрители, как такое не снять? Я в уборной. Посмотрите, как здесь. В тазиках моют руки. Такие вот краники. Это все сделано под ретро. Ретро-столовая, ретро-кафе. Ой. Да я снимаю, я на YouTube-канал веду. Для YouTube. Вот, ребята, такая красота, смотрите. В туалете не знаю что, стесняюсь вас приглашать. Давайте мы... На цепях. Посмотрим, что в туалете. Если что, сниму ролик еще. Но туалет обыкновенный, ребята. Продолжение снимаю уборную. Только наклеены газеты. Вот такие старенькие газеты. Сахалин и Курилы. И лыжи. Окаймляют зеркало лыжи. Вот так. Вот такая вот красота. Интересно, очень интересно. Мы с Артуром в аэропорту. Южно-Сахалинск. Скоро наша будет регистрация, мы полетим дальше. Вот так вот достраивают его. Что-то там как-то по кругу еще не достроено. Что-то еще будет строить. Вверх. И вот так вот идет туда, далеко-далеко. Такой аэропорт. Он у меня Артур раздевается. Курточку положил, сейчас курить будет. Летим, ребята, домой, летим дальше. Сейчас скоро на Хабаровск. Так, идем-ка мы с тобой, Артур, где-нибудь приземлимся, наверное, наши попы. Садим. Да. Где? Ты иди садись, там нельзя, наверное, там ожидают багаж сдавать, ты не путай. Пойдем в кофе, я кофе хочу, милый. Так, ребята, пойдемте в кофе. Ну вот. Ой, мишки целуются. Смотри, игрушки. Настоящие. Ты пока был на это. Вахе, мишку, мишка, мишутка, мишутка. Я мишутку хотел увидеть. Мишутку хотел увидеть, не надо. Редким даже поубегать от него. Не надо, Артур. От некоторых не убегают. Невозможно убежать. Так. Я не вижу ничего. Ничего. Так. Сейчас. А, вот, смотри. Латы 230, 270, 300 рублей. Ты хочешь латы? Нет. Что, пойдем туда, отсюда? Пойдем. Нет, я хотела просто посмотреть, сколько. Да, это машина. Какую машину? Какую машину?
Давай это посмотрим, знаешь, что багаж возить. Ой, груз возить наш. Так. Ручную кладь, вот эту вон фигню. Пойдем. Пойдем возьмем. И тогда машина кофе. А, аппарат машинный. Вон, смотри, у мужчины ручная кладь тоже сейчас он проходил. Вон. Ну-ка, вези. Пошли. Так, ребята. Вот ручная кладь. Это не ездит, наверное, тележка. Это муж работников. Надо нажимать вот так. Нажимать? Если отпускаешь, то на них. Елена, говорю, что ты начинаешь. Давай понаблюдаем, у кого какая ручная кладь. Давай. Давай. Нам же надо определиться, что это у нас это будет. Угу. Точно такая же. Надо понаблюдать. Так, мы наблюдаем, ребята. Мы не хотим платить за багаж. Нет, мы хотим выяснить, есть ли входит у нас багаж или нет. Или в ручную кладь. Мы на втором этаже аэропорта, город Южно-Сахалинск. Это прошли мы там досмотр. Сейчас на посадку. Вот такие здесь магазинчики-вещички. Вот так вот интересненько. Ребята, вот она я. Сувениры регионов. Сейчас посмотрим. Что-то такое красивое-красивое, так и не поняла. Много. Там лежит красиво. Вот такая красота, ребята. Здесь магазинчик. Магазинчик. Так, пойдем дальше. Магазинчик. Вот, нашла я что-то еще. Что-то еще интересное такое. Ты сегодня что, на баскетбол собрался на детей? Еще один магазинчик. Заходить в него не будем. Там вот чокопайки всякое. Всякие сладости. Магазинчик вот этих, где шапочки были морозка. Так, так, вылет у нас. Ой, Хабаровск. 16:50. Зимние шапочки. Вот такие вот штучки. Все вот такое. Там подарки Сахалин еще, кстати. Вот такой второй этаж. Пойду Артура искать. Вот он сидит у меня. Так, а здесь где-то я была. Сейчас, секундочку. Вещички, вещички. Нет, не буду Лего покупать. О, это парфюмерия там. Угу. Парфюм. Ну вот такой вот магазин. Шапки унесли. Мой мужчина сидит.
Ох, ну вот, следующий пункт нашей остановки. Хабаровск, город, в аэропорту Хабаровска. Возвращаемся назад, это капец. Что-то уже поднадоело лететь, да? Да, что-то надоело мне уже летать, эти самолеты уже надоели. Ну, это ты придумал такой у нас перелет. Можно, ну, чего? Уже. Скажи, куда пойдем? Ну, пойдем, ты сядешь, покуришь? Поехали на машине. Куда на машине поехали? Домой. Домой на машине? Я ох ты. Это 5000 километров, сейчас махнем. Тут тоже курят, вот, не штрафуют. Пошли туда. Билеты для курения. Угу. Так, сейчас Артур покурит. Идем куда-нибудь. Да, блин. Аэропорт Хабаровск тоже красивый. Такой красивенький, холёсенький. Через 2 часа вылет на Новосибирск у нас. Вот мы в аэропорте, город Хабаровск, изнутри. Хотела вам показать тоже такой интересный, светится лифт. Светит солнце. На улице тепло, хорошо в Хабаровске. В общем, замечательно. Перелет-то у нас хороший какой был, да? Денечки солнечные, тепло все было. Что, ребята, я довольна поездками. Ждем посадки на Новосибирск. Регистрации, да? Потом посадка. Так что ждите нас дома, мы скоро приедем. Будем опять снимать ролики про наших собачек, про Бертошу. О, Бертоломей. О, Бертоломей. Сейчас увидишь, что мы вернулись. Ну. Ну вот, ребята, сидим мы в аэропорту Хабаровска, второй этаж. Прошли регистрацию, сидим на посадку. Регистрацию проходили так интересно. Да, Артур? Получается, мы с этой сумкой, с двумя сумками. У нас ручная кладь, рюкзачочек и сумочка. А, и получается, мы с ней уже туда летели и обратно сейчас летим. Сейчас в Хабаровском внизу на стойке регистрации девушка докопалась. Ой, говорит, у вас сумка большая. А она точно у вас ручная кладь? Я говорю, конечно, ручная кладь. Она говорит, а в габариты засуньте ее, габаритная там это, шкала. Ну как это, что там? Как называется? Ну, короче, ну, габариты. Образец и габариты. Ну. Артур пихал-пихал, не запихал. Бросил. Я подошла такая, залючая. Я говорю, отходи, он отошел. Я ее быстренько помяла девушкам, говорю. Она у нас, говорю, летела, говорю, уже в который в этот перелет летит сумочка эта. Мы, конечно, говорю, там помяли, здесь помяли, там пихнули. Короче, неправильный. Я, девочки, ее, зрители, дорогие, уважаемые, я ее впихнула, эту сумочку. Они там ржали, стояли, девчонки на стойке. Я говорю, вот, все, в габариты влезла. Не, ну там правда, там чуть-чуть, там просто она немножко не так умялась, да? Не, ну, да. Не той стороной. Умяла ее. Потом, короче, на эту сторону. Она говорит, так она у вас еще и 12 килограмм. Я такая говорю, у нас 2 клади ручные, второй чемоданчик. У нас вместе получается 17, у нас даже 3. Сейчас, говорю, мы там вытащим, что не хватает, 2 килограмма этих, да, уберем и переложим в чемоданчик в другой. Короче, они нас пропустили. Ну, ничего себе, там 5, по-моему, тысяч доплачивать надо. Такой случай интересный. Я такая вредная, я все впихну, я все запрячу, я все, что надо, провезу. Ну вот, конечно, наш аэропорт города Новосибирска. Толмачёва. Ждем автобус. С тобой проделали путь больше 10 000 километров. Ну, ждем автобус и едем мы с Артушей до Барнаула. Что мы приехали. Мы почти уже дома. Можно сказать, почти дома. Осталось 200 километров. 200 км и все. Это уже не на край света. Вон бабушка так и не нашла остановку. Можешь пойти походить, помочь бабушке остановку найти. А, вон автобус здесь стоит. Сейчас скажу. Там вот в той стороне автобусы стоят. Вам туда, наверное, надо на остановку. Не видите вот автобусы там дальше? Наверное, туда. Ну да, а что, пойдем пройдемся, посмотрим. Может, мы что-нибудь неправильно.
бедная бабушка. Может, бабушке поможешь тоже? Ну, а мы нам-то, к нам-то она подошла. Она же с нами летела. Продолжается посадка в самолет. Не ходят автобусы, да, сейчас? Автобусы не ходят сейчас на вокзал? Поздно уже, какие автобусы? Только такси тогда получается. Вам на такси тогда надо только. Бабушка, возьмите, пожалуйста, эту вешку, не таскайте, умоляю вас. Мне надо уехать, ты что, девочка? Yeah.